18 мая 2002 года в Анкосвилле, штат Коннектикут, США, бывший чемпион мира в первом легком весе по версии IBF, уроженец Италии с канадским гражданством Артур Агатти, провел рейтинговый поединок в полусреднем весе. Его соперником стал неуступчивый американец Микки Уорд. Зрелищное противостояние прошло в активном размене ударами, где преимущество переходило от одного боксера к другому. Девятая трехминутка этого сражения была признана лучшим раундом 2002 года. Оба бойца были неоднократно потрясены на протяжении схватки, однако до нокдаунов дело не дошло. В итоге решением большинства судей победу одержал Микки Уорд, а сам поединок выиграл в номинации «Бой года» по версии журнала «The Ring». 18 мая 2002 года в Лас-Вегасе, штат Невада, США, абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе и обладатель австралийского гражданства Константин Дзю провел очередную защиту принадлежавших ему титулов. Его соперником стал боксер из Ганны Бен Таки. Константин контролировал ситуацию с самого начала боя. Активно работая джебом, Дзю периодически доставал голову Ганса тяжелыми ударами справа. Таки старался нанести ущерб чемпиону, но его атаки были неточны. Итогом поединка стала победа Константина Дзю единогласным решением судей. 18 мая 2013 года в Канкуне, Мексика, бывший чемпион мира в трех весовых категориях американец Шейн Мозли провел рейтинговый поединок в полусреднем весе. Его соперником стал мексиканец Пабло Сезар Кано. Бой начался с небольшим превосходством молодого мексиканского боксера. Однако ближе к экватору Шейн смог выровнять положение, а после и склонить преимущество в свою сторону благодаря хорошим точным атакам. В финальных раундах противники все больше пренебрегали защитой и часто устраивали зрелищные размены. Итогом противостояния стала победа Шейна Мозли единогласным решением судей. 18 мая 2013 года в Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси, США, чемпионы мира в первом полусреднем весе по версиям IBF и WBC Interim, американец Ламонт Питерсон и аргентинец Лукас Матиссе встретились в нетитульном поединке в промежуточном весе. Уже во второй трехминутке Ламонт оказался на настиле ринга после точного удара Матиссе, но поднялся и продолжил боксировать. В третьем раунде Питерсон падал еще дважды, и после второго падения рефери остановил избиение, зафиксировав досрочную победу Лукаса Матиссе.